Всем привет! А теперь шедевры советского кинематографа. Аркадий Райкин в борьбе за жилую недвижимость. Смотрим вместе. Привет. Ну, ты что ли Сергеем-то будешь? Сергеевой два звонка. На! А мне плевать, я ведь могу звякнуть и два раза. Могу и по второму разу. Давай, провожай. Давай. Давай хоть чай. Хоть чай давай, говорю. Ползёшь, как черепаха. Чего? Давай. Ух ты, ты. Вот, Сергей, вот. Так. Так, значит, вы бумажку, что ли, повесили насчет обмена? М? Да, вот. Я. Так. Ну, а мою конурку видела? Мою конуренку ты видела, я обеспрашиваю? Видела. Ну, вот. Ну, а с Нюркой, с моей сожительницей, женой, значит, разговор хотя имела? Да. Имела. Текс. Вот. Текс. Я тебе скажу честно, сам бы я, это что, не на помойку выходит, нет? Нет, в садик. В садик, это хорошо. Я бы сам ни в жизнь не поменялся бы, нет. Но сама посуди, у меня же там два старых корешка, понимаешь, проверенные товарищи. Мы вместе с ними в одном институте психиатрии лежали. Вот. Значит, теперь, когда мы вылечились, уже почти, мы запросто завсегда можем на троих сообразить, верно? Это большое удобство, а? Удобства нет, я беспрашиваю. Удобство. А-а-а. Всегда на троих можно. Это большое счастье. Счастье! О, я и говорю, счастье! Куда я своего счастья? Убегу. Ну, зачем мне это? Ну, понимаешь, что за кавыка. Понимаешь ты? Вот. Что это? А вот что. Не метры нужны, понимаешь? Метры. Метры, будь они неладные, метры мне нужны. А зачем мне метры нужны? Почему они мне нужны, а? Соображаешь, нет? Эх ты, серость, сейчас скажу, будь они неладные. Понимаешь, семья, брат Сергеевна, растет. Прям не по дням, по часам растет. Ой, старший-то мой, Альбертик-то мой, что ведь отмочил? Что он отмочил, Альбертик? Опять не знаешь, да? Темнота. Ой, женился он, Альбертик. Правда, взял, хорошую. Вот, зачем хаять? Хорошая, красивая, правда? Это верно, красивая. Вот, глазки маленькие, морда во, как арбуз. Вот. Ну и опять же, голосистая. Вот. Это же опять плюс для Альбертика. Плюс нет. Я ведь спрашиваю, а? Конечно, плюс, вот. Она голосистая, ну, это, вроде, как сказать, это, Зыкина. Ну, поет. Знаешь, с утра до ночи русские припевки. Дура ты. Дура ты проклятая. У него четыре дура, а ты дура пятая. Вот, поет она. Ну, поет, голосистая, что не петь-то? Понимаешь, она любой красноармейский ансамбль переорет. Вот. Бюст ее большой, понимаешь? Ни одна гимнастерка не влазит. Вот. Она бы запевала у них была. Вот.
Вот. Ну, опять же, они, значит, скорости могут мне с Альбертиком внук отковать. Ну, правда? Дело-то молодое? Молодое дело, я тебя спрашиваю. Конечно. А, молодое дело. Внук пойдет, пеленки. Старая история. Отцы, детки, садись. Значит, сколько же я насчитал-то этих самых маленьких-то. Дай бог памяти. Ай-яй-яй, подожди-ка. Значит, 18 было, так? 18 было, до Альбертика было до 18. Потом, значит, пошел этот самый... Другая стена пошла, без пробочки, правда. Значит, 23, 18. 7 на ум пошло, так. Значит, это будет точно 22 квадратных литра. Метра. Правильно я говорю, нет? Правильно. Ай, слава богу, как-нибудь. Теперь возьму опять причину номер 2. Витька-то мой, младший мой, а? Ой, малый, ему 7 пошел. О, я предложу, умница. Игрун. Игрун. А ему место надо, чтобы казаки-разборники? Надо. Он же на прошлой неделе что затеял? Он запуск спутника на Марс затеял. Сам себе на голову кастрюлю из-под щей напелил. Это у него космонавтский шлем. Давай вокруг себя палить. Знаешь, чуть весь дом не спалил. Но, понимаешь, ему простор. Простор нужен. Понимаешь? У него развернуться негде. Малышу моему. Вот, а у вас? Здесь, у вас. А у вас? А здесь, Вышел в коридор, жги, что хочешь. Ну? Зачем из своему комнату поджигать? Ну? В коридор вышел. Жги. Нравится, не нравится, что попало. Вот. И все. Раз. Да. Ну? Это для меня плюс, нет? Плюс, плюс. Не волнуйтесь, пусть поджигает. Пусть поджигает, конечно же, мальчик. Может, он потом пожарником будет, ну? Ладно, так и быть, уговорили. Так и быть. Ладно, меняюсь. Хорошо, так и быть. Динаш не пропадала. А и что, тут у вас коммунальные эти условия, да? Я тебе представляю. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум меняться, бум. Харитон, там бандит какой-то. Прямо хунвибин. Пришел по обмену с соседкой. Ну, беги, поди. Ну, может, можно как-то воспрепятствовать. Вот тут я сундук поставлю. Вот. У мамы моей сундучок есть. Тонны на полторы. Вот тут мы его и поставим. Пусть на нем мама спит. Вот, сейчас она у сестры. Поехала к сестре. Сейчас у сестры. От сестры приедет прямо сюда, на сундучок. Вот, маму себе из Смоленской области выпишу. А за ней папашу единоутробного. Вот. Что я, по-вашему, своей папаше-мамаше борща тарелку не налью? Ну? Или пельмени? Ну? Я не спрашиваю. Вот. Правильно говорю? Я им борща, они за детьми присмотреть. А? Конечно, конечно, святое дело. Святое дело, я же родители моя. Ну, вот. Ну, а тут станет он. Сундучок, станет сундучишка. Двух спальни у нас. Ничего. Ну уж вам придется уж. По стеночке уже. Ну ничего, не графья. Правильно я говорю? Вот. Ну что, как-нибудь протиснитесь. Ну давай, дальше смотреть, что у вас тут. Текст. А вот здесь у нас еще один маленький коридорчик. Перед ванной. Так. Душится, понимаешь, прям ломится, понимаешь, но ему неохота вот резвиловки сидеть, понимаешь, он и колотится, да. Комната маленькая, куда же его, с собой не положишь, а здесь, вот я ему кину на пол какой-нибудь там, не твое, нет? Нет. Какой-нибудь одеял. Пущай он и лежит себе, бери руки, вот, пущай спит на здоровье,
Ну, он-то пускай продрыхается, опять тихий будет. Он только в пьяном виде скандалит. Мог я сказать, всех перережу! Всех перережу! Кого перережет, кого и чем? У него ножичек-то нулевой номер, вот такусенький, вот. Ну, только огурчики нарезать, помидорчики для закусочки. Всем кровь пущу! Ой, пугает только, пугает. Он тихий парень, скромный. Ну, по пьяной лавочке чего не бывает, конечно. Ну, ну там прирежет кого, там порежет. Там. Ну, так немного, одного-двух, не больше. Вот. А свое отсидеть, опять тихий, опять скромный. Вот. А вот здесь у нас ванна. Так. Иди. Вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ага, вижу. Ну что же, ванна хорошая, емкая. Тыкс. Ванна глубокая. А мы в ней на зиму огурцы засолим. Во, закусон для брательника. Родная кровь, брательник. Не скотин все-таки. А мыться где? Мыться? Не дворяне, мыться на кухне будете. Вот. Ну, а на 1 мая, под Новый год, пожалуйте в баньку, если приспичит, конечно, кому. А твоя кухня здесь. А и где он, твой столик-то, где говоришь? Ай, нет, у меня столика. Как нет? Соседи его выставили. Соседи? Говорят, два стола тесно. Ох, вон как. Два стола тесно. Интересно. Это какие такие соседи? А? Это что? Это что ли, да? Буржуи недорезанные. Слышь ты, чертова кукла. Слышь, вот погоди, только Нюрка сюда приедет. Ой, она без живо глазки твои поросячьи выцарапает. Тише ты, заплачешь горькими слезами, если что ей поперек характера пикнешь. Слышь ты, Бриджит Бардо. Она тебя в голом виде в Африку пустит гулять. Но. В конце концов, я попросил бы... Попросил бы, получай. Вот. Ну, глотай, я подожду. Так, упала. Что? В лоб захотел, старый таракан, да? Я набрызну. Пусть я четвертый раз 15 суток отсижу, но я набрызну. А я меняться не хотел. Да из принципа переменюсь, понял, нет? Из принципа. Бабушка, бум меняться. Бум. Пиши заявление. У меня душа горит на этих подлецов. И утречком я приду. Я тебя ожидаю. До свидания. Будь здоров. Так, ну а здесь пеленки будут висеть моими внуками подписанные. Вот. Кому же мокрым-то хочется ходить? Ну, я тебя спрашиваю. Ты сам вспомни свое детство золотое. Ну, вспомни. Нет. Ну вот, вот так. Пошли, давай. Вот так. Тик-тик-тик-тик. Тут, значит, младший будет все поджигать. Тут, значит, Альбертик мой. Будет жить. Так, тут святое дело. Пап с мамой, родители. Тут из-за и угла будет мой брательник с таким ножичком. Вот. Тут я корыт подвешу. Тут мотоциклет. Там у ванны будут солененькие огурчики. А здесь что? А, здесь картошка. Вот так. Ничего, я дам вам жизнь еще. Вот так вот. Ой, господа и дамы. Мы ж с вами не попрощавши. Ой, что это с вам случивши? Что это вы в лице переменивши? Никак вы заболевши? Ну, будь здоров, не кашляй. На вас на минуточку. Прошу. Прошу. Пожалуйста. Потому что мешает. А это все вам. Все. Вот.
Ну, в самом деле, зачем? Зачем вам тесниться в своей комнате? Ведь есть же место, вот, и удобно, и бесплатно, и красиво. Спасибо.